Связал я 18 сантиметров. Теперь нужно связать донышко. Но донышко у нас, оно будет вместе с боковинками. И поэтому сейчас вот мне нужно набрать с краю воздушных петель, цепочку сделать из воздушных петель длиной вот в эту, длиной вот в эту вот боковиночку, 18 сантиметров. Так, я беру и набираю воздушные петли. Мне пришлось сменить крючок, потому что я взяла его и сломала. Вот так вот весь и вывалился оттуда. Было обидно, но ничего не поделаешь. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Так. Тридцать восемь, тридцать девять, сорок, сорок один, сорок два. Сорок три, сорок четыре, сорок пять. Вот, 45 воздушных петель. И у меня теперь получается вязание вот длиной вот такой. И вот с этой стороны тоже нужно 45 воздушных петель. Сейчас мы это сделаем с вами. Но для этого нужно провязать ряд из вот этих чешуечек. Мы опять оставляем на подъем и 7 столбиков с двумя накидами. Сколько у нас тут? 5, 6, 7. 2 пропускаем, в третью прикрепляем. Продолжаем дальше делать то же самое, что мы делали и здесь. Опять
2 пропускаем, в третью прикрепляем, в третью делаем 7 столбиков с двумя накидами. Семь столбиков. Раз, два, в третью прикрепляем. Ну и так до конца ряда. До конца ряда. И в конце ряда мы делаем еще 45 воздушных петель. Довязала я до конца ряда, у меня получилась вот такая вот длинненькая полосочка, ну и провязанная вся эта сумочка. И теперь здесь, в конце ряда, я делаю опять 45 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. 45. Вот такая получилась вещь. И теперь в обратную сторону, вот так переворачиваем, и в обратную сторону мы вяжем опять тем же самым узором. И вязать мы будем так 10 сантиметров. Это у нас будет донышко. Это у нас будет донышко сумки, в которой потом мы вот так вот соединим вот с этим краем. Ну, скажем так, вот она вот так загнется. Будет вот так. Вот. Но до этого еще дожить нужно. Нужно связать 10 сантиметров донышко. Ну что, я отправляюсь вязать. А что у меня получится, я вам покажу. В следующий раз. На сегодня все. До свидания. Приходите ко мне на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Я очень заинтересована в них. Всегда рада их почитать. Ну и все. Пока.